Праздник, посвященный Международному дню защиты детей, в парке открыл военный оркестр города Сарова. На мероприятии они познакомили ребят с музыкальными инструментами и даже дали зрителям возможность подирижировать, после чего на сцену пригласили фокусника. На протяжении всего вечера гостей праздника сопровождали герои «Веселинка» и «Господин праздник», с которыми ребята пели, танцевали, отгадывали загадки. Тут очень много интерактивных площадок, ярмарка, очень красиво, весело. Мне понравилось здесь бегать, прыгать, и мне нравится участвовать в конкурсах. Я очень люблю парки, аттракционы, всякие танцы, игры. На празднике дети смогли поучаствовать в интерактивных играх. Кидали кубики, собирали пазлы, соревновались в шашках, рисовали мелом на асфальте картины. Больше всего детей было на площадке видеоролик. Там ребятам предстояло из пластилина слепить фигурки, а после снять об этом фильм. Это была свободная фантазия, мы могли сделать все, что захотим. Мы договорились сделать небольшой праздничный сюрприз. Я сделал флейту, друзья сделали подарки тоже. Один сделал гитару, у нас был музыкальный оркестр. Другой – барабаны. Мы попытались сделать что-то типа оркестр, поставили все по местам, поставили наших героев. День защиты детей в парке проходит традиционно. Организаторы стараются каждый год придумывать для детей новую, интересную и необычную программу. Для них важно, чтобы каждый ребенок ушел из парка счастливым и довольным. Дети – это святое. И для них, конечно же, мы стараемся сделать все самое лучшее, все самое замечательное. И поэтому я считаю, что этот праздник – это как день начала лета еще, да? То есть летом дети все уходят на каникулы, это кто постарше. Ну, а дети маленькие из детских садов уходят в отпуска. И, соответственно, сделать такой праздник в начале лета – это как бы встреча летней поры, когда дети могут развлекаться, веселиться. После открытия на сцене выступили творческие коллективы города. Все желающие смогли покататься на каруселях, угоститься сладкой ватой, посмотреть выставку работ рукодельниц города, а также пообщаться и найти себе новых друзей. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.